От людей, которые хотят продать свою недвижимость, часто слышу, что они знают ее рыночную стоимость. Обычно это знание основано на двух факторах. За сколько подобной недвижимости предлагаются по соседству и сколько денег вложил продавец в данную недвижимость. Очень важно отличать рыночные цены от цен предложений. Цены предложений – это те цены, которые вы видите в объявлениях. Они отражают личное мнение продавца о своей недвижимости. В большинстве случаев это будут не те цены, за которые купит покупатель данный объект. А вот рыночная цена – это как раз та точка, в которой сойдутся мнения продавца и покупателя о цене недвижимости. О том, как правильно определить рыночную стоимость вашей недвижимости, читайте в моем блоге. Ссылку найдете в описании видео.